Вот же пошла. Есть одна. Ё-моё. Вторую у меня патрона не хватило. Ну. Одна есть. Доходит. Но это у нас, да, это похоже на селезня, только голова-то еще не зеленая, но вроде такой перелинявший практически. Ну, ребята, это уже я с трофеем сегодня, с полем. Есть, есть, ребят. Я думаю, поклев. Вот она, поклевка. О, карандаш какой, ё-моё. Ну, вот такие тут карандаши клюют. Ой, побитая такая. Да, плыви себе. Не жалко. Ну, вот, ребят, это, конечно, не зачет. Это, ну, приятно. Ягодь такой. Ну, сколько стрижей. Ну, стрижи что творят. Обалдеть, сколько их. Есть, есть, ребята. Вон она там и стоит. Вот, борется. Ну, мелкая щучка. Мелкая щучка. И причем забагрилась. Ну, как мелкая. В принципе, на котлеты пойдет, на жареху.
Эх, далековато прошли, ё-моё. Привет, ребят, привет, дорогие. Наконец-то я на охоте, на водоплавающей, на этой прекрасной охотничьей карте. Огромные просто просторы, километров 15 эти торф-карьеры тянутся. Ну, вы сами все видели, это просто вообще нечто. По одной стрелял, одну смазал, и вот уже я с трофеем. Собственно, она, в принципе, всегда по таким вот кустам и сидит. Сейчас она будет сидеть, потому что жара, у нас стоит вообще жара, вот сейчас практически уже середина сентября, а температура днем 25, ну сейчас может чуть поменьше, нагнало облаков, потому что с утра вообще вот просто безоблачное небо, стоит такая парилка, ну это как летом. И вся птица, естественно, сидит в крепи в кустах, ее надо топтать, плавать на лодке туда-сюда, в общем, вот она и сидела. Но это она здесь не одна. Вот, стаи такие пока собирался, там на дамбе стаи красивые летали. Это мое, ребята, открытие. Да, оно у меня обычно с сентября начинается, потому что официальное открытие, оно, конечно, намного раньше. У нас это вторая суббота августа, но я на открытие не езжу. Для меня вот оно, вот она красота. Вот, есть охотники немножко. Сейчас я, ну, до этого пока бросал воблер. Пообщался немножко с мужичком, он тоже как бы, ну, рыбак и охотник заодно. Вот, и где-то он туда вот примерно в те кусты куда-то там вот встал, на те бровки. Ну, дай бог, полетит она, скорее всего, когда уже вырви глаз по темнозоре. Чучела я выставил, естественно, вот они, красавицы, стоят, мои присада. Но рассчитывать на них сейчас смысла не будет, потому что, ну, никакой реакции, кормовая база прекрасная здесь, и никакой тенденции у птицы нету к стайности, то есть ей не нужно тратить много сил, чтобы добывать себе пропитание, поэтому и на манок, и на чучела с большей долей вероятности реакции не будет никакой. Ну так, как обычно, я без чучел никогда, ребят, не охочусь, вы знаете, поэтому вот посмотрим. Думаю, сейчас вот еще подождать, сейчас такой золотой час, очень красивый закат. Вот, мечта художника, что называется, прекрасные пейзажи. И слава богу, что этих облаков нагнало. Да я бы даже не отказался, может, от дождичка. Ну, потому что в такую жару сидеть, это, ребята, просто потом обливаешься весь. Удовольствие не из приятных. Ходил в футболку, потому что приехал я вообще в термухе. Думал, ну, как-то, может быть, будет попрохладнее на воде. Нифига, то есть все, вот жара, переоделся. Так что вот такие у нас дела. Охота очень сложная. Охоты, можно сказать, нет. Не знаю, как сегодня тут это вообще будет что-нибудь летать или не будет. Посмотрим. Где-то какие-то дальние одиночные выстрелы я слышал, но быстрее они с подхода. В общем, ни пуха нам, ни пера, ребят. Посмотрим, что принесет эта вечерка прекрасная.
кислороде прям стая. Охренеть, ребят. Готово. Это вообще, ну это просто вырви глаз. Вот это да, ребята. Вот это выстрел. Еще и в голову. Просто офигеть. Ну, такая молодая уточка. Прямо-таки скажем. Причем я не пойму, это серая что ли утка. Ну, завтра будет видно. Еще один трофей, ребята. Вот так вот. Еще один трофей. Это я, ребята, просто не знаю, это что было. В общем, это просто выстрел удачи. Потому что я видел только вот эту черту, как это, ночные ведьмы, да, просто пронеслась. И примерно в ту сторону я просто взял чуть-чуть поправку. Да, я даже не понял, на какой она высоте. И она шлепается, так еще и в голову четко попал. Было практически, ну, вот эта темнозорь, но вы сами все видели, блин, это мошка, конечно, вообще жесть просто. Вот. Вот такая охота получилась. В итоге добыто две утки. Одна вот с подплыва, с подхода неожиданно скинул ружье, да, взял, ну. И вторая вот так вот в лед, уже потемно. Ну, а в чучела у нас ничего не село, да и на манок, в принципе. Ну, манок как? Мы перекрякиваемся с ней. Мы просто с ней переговаривались, перекрякивались. В общем, ребята, с полем. Спасибо, что смотрели. Вот такая охота у меня получилась на моем открытии. То есть две утки, это отлично, прекрасный результат у нас здесь. Я очень рад. Да и вообще просто провести время на природе, подышать воздухом, воздух свежий, особенно сейчас чуть жара спала, прям приятно. В общем, ребят, вам тоже таких удачных трофеев, прекрасного вам охот незабываемых. Ну и пока увидимся, у меня все только начинается, еще она даже в рот залезла, зараза. Только начинается, еще по рябчику обязательно с вами походим, потому что, ну, выводки есть, я думаю, что скоро он созреет. Да, нет, что-нибудь да наохотим. Всем пока. А, красота.